Ангелу, Ангелу, можно подцепить? Подцепить, подцепить, подцепить! Пожалуйста! Блин, она не выживает! Давай! О боже, Ангел умер. Тихо. Почище. Ульта 2 секунды, ульта 2 секунды, парни, ульта 2 секунды. Даю урон, даю урон. Даю, даю, даю дома. Тихо, 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 тихо. Ангели ульту сбили. Маскованный есть, есть. Давай, 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 давай. Пригон, гайз, это слишком опасный куст. Опасный куст. Как думаете, он прыгнет на меня на Москве? Как думаете? А ну, а ну, а ну, смотрим. Прыгнул. Такой дебил. Ну, блин, я не знаю, это очень печально, это печально. Это прям печально. Найт прыгает. То есть нет инфы по этому, по десятому кусту или какой-то. Это пятерка? Нет, это десятка, все правильно. И он просто меня прыгает вообще на похуй. Ну, блядь, отличная идея, что сказать. Это печально, это печально. Это очень печально. Но здесь мне не я флик отменил ей. Ах, как же я обожаю на Натане играть, не знаю. Я просто ей отменил флик. Просто отменил ей флик. Боже, какой же герой солевой. Просто вы видели это? Ну, это, ребят, вы это видели? Я отменил ей флик вторым скиллом. Ах, какой же Натан хороший. Какой же Натан хороший. Обожаю его. Водопад невозможно удержать. Нет, но мне этого Москова уже немножечко жалко. У меня такая команда солевая. Прям жестко гангает. Вот, ребят, вот это просто, вот видите, в чем минус Москова? Когда у тебя, ну, когда норм сипы против него, ему очень тяжело играть. Потому что Москову нужен, ну, такой плавненький старт, что и чтобы его не трахнули на старте, и это ему очень важно. И при этом Москов твой. При этом Москов очень слабый на старте, и при этом у него чисто один эскейп, который долго кдэшится, пока у тебя нету палки, и это, конечно... Да, это большой минус, в этом-то и минусом Москова. То есть почему Москов не мета? То, да, что бы ты ни собирал Москова, он в любом случае не будет метой. Просто приятный герой для души. Но мета не мета определенно. Там ни в криты, ни в скорость атаки, ни во что. Ну, скорость атаки хоть какой-то. Кстати, там моя команда пососала член, пока меня не было, да? Ладно, я не могу тебя спасти, прости. А я еще сейчас сам умру и не ухожу. Да ебаная Ангела, боже, я просто ненавижу этого героя, честно. Он такой герой дерьма, блядь. А, просто герой дерьма, я не знаю. На Московном топ сплитит, кстати. Из грустного. Бля, я в него Ангела села. Не, я с этим даже пробовать драться не хочу. У него просто села Ангела. А? Без вопросов. Какой же Ангела сильный герой. Просто отвратительно, я не знаю. Это просто отвратительно. Я просто ебал эту Ангелу. Не будем тратить время в пустую. Вперед! Не знаю, у меня еще нет проника. Я не знаю, как... Не убиваю Орлота. Я не убиваю Орлота под Ангелой, ну не убиваю. Просто не убиваю. Боже, какой же этот герой, блять, Ангела, боже. Просто сраный хилроум, блять. Давай, 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 пик, хорошо, они без Ангелы на ларде. Ой, без этого, без Одеты и Ангела без пика. Так, я хилился, и... Ну, этот лорд обязан быть нашим. Просто обязан, обязан. Ну, подождите, бля, ребят, ну меня ждать. Я урон, меня ждать. Вы никого без меня не убьете, никого без меня не убить. А, Ангелу убить. Давай, давай! О, боже, все. Все, это наша игра. Все, наша игра.
Орлота подтянуть, убиваю. Хорошо, лут. Ларда, 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 ларда просто. Они не выйдут. У них ангелы нет. И орлота нет. То есть двух керри основных, по сути, нет. Давайте, давайте. Куда он идет? Он что, охуел один? Куда он один идет? Убить его. Давай, за ним, за ним. Они без смайта не смогут за лорда драться, так что просто убить его можно. А, мозг сплитит. Понял. А, там всех одета трахнуло. Понял. А как они вообще от одеты умерли? А, ну парами стал, хоть что-то радует. Ну блин, у нас просто кор умер. У нас лесник умер от одеты. Ну как? Печаль. Невероятная печаль, честно скажу. Не-не, парни, форс хуйни. Дальше форс хуйни. У меня ульты нет. Бля, надо было агрессивно ульту в атаку ставить. Я убил ангелу, my bad. Это прям ошибка 100% огромная. Огромная ошибка. Но они без одеты, надо форсить. Ебаный мозгов, как же у него много урона. Ну у меня бойца! Я умер! Я долбоёб, надо было просто убегать. Ладно. Надеюсь, у меня команда не умрет. Там два керри мертвых, поэтому... Бля, байт этот, конечно, чел жирный просто очень. Убьете его? Не, я его не убью. Ибо он опять будет бегать, как тварь последняя. Так, давайте, получается, продаем банку, берем кристалл. Ой, этот кровавый. И вместо... Тяжело игра, ужас. Блин, тяжело быть прям единственным керри в игре. То есть я не люблю драфты, когда они, которые строятся от одного героя, это плохие драфты. То есть когда у вас в драфте только один герой может дамажить, это плохой драфт. Потому что у вас вся игра строится от одного героя, это лошадь. То есть фактически эта игра, блядь, полностью от меня зависит. Это печально. Я, конечно, на там, и я могу себе позволить, типа, ну... Я это могу себе позволить, чтобы игра от меня зависела, потому что я прям невероятно жесткий, но... Все равно. Все равно тяжело очень. То есть меня прям... Явно хотят убивать в первом файтах. Конечно, моя команда хочет меня сейвить, но вражеская команда явно хочет меня убивать. Тяжело. Ангелу, ангелу можно подцепить? Подцепить, подцепить, подцепить! Пожалуйста! Блин, она не выживает! Давай! О боже, ангел умер. Тихо. Почищи. Ульта 2 секунды, ульта 2 секунды, парни, ульта 2 секунды. Дай урон, дай урон. Даю дома! Тихо-тихо-тихо-тихо! Отдели ульту сбили! Москова-то есть? Давай-давай-давай-давай-давай! Хорошо. Бля, какой же охуенный Москов. Ой, Москов. Ну, Москов тоже. Хороший форс от Минотавра. Ангелу цепляют. Не знаю, по сути, цепление Ангела это для нас... Цепляние ангела — это для нас тупо единственный шанс на победу. Цепляние ангела, я с этого просто в ахуе, я не знаю. Тяжело.